Меня называют Нео, Нео. Тогда как стойка воротник, приталенная вот эта вот с длинными полями, сюртук, так называемый, это традиционный степной костюм. Всего месяц назад мы просто выложили в интернете предложение создать такой праздник, День национальной одежды. И сами удивились мощному ажиотажу, который пошел. С тех пор, вот, в течение месяца, я ничем другим не мог заниматься, потому что народ выбрал в результате опроса именно последнюю пятницу апреля. Много думал над тем, почему такой ажиотаж. Мы много пробовали разных идей, как поднять дух народа. Оказалось, именно одежда зацепила. Думаю, секрет в том, что в национальной одежде, которую тысячи лет носили на этой земле наши предки, зашифрован какой-то генетический код, который связан с нашим менталитетом. Он в нашей крови. И поэтому, когда человек одевает свой национальный, любой народ, нося свое национальное, становится самим собой. И вот этот порыв казахстанцев, казахов, да, носить именно свое что-то, свидетельствует о том, что рост духа настолько готов к тому, чтобы осознать себя как единая нация, как единая сила. Со всех городов Казахстана собирали, присылали нам отрезы ткани с символами этих городов и районов и с пожеланиями народу Казахстана процветания, единства, мира. С 21 города мы имеем вот эти отрезы ткани, которые вошли в Ель-Шапан, шапан национального единства. Этот шапан теперь будет путешествовать по всем выставкам с города в город. И, думаю, в последующем будем шить и другие предметы гардероба. Вот такие символические одеяния, которые будут украшать какие-то вот такие мероприятия.